Всем привет! Вы на канале про кактусы, про кота и разная творческая ерунда. А что известно тебе? Ты должна вообще как-то... Так-то можно было цветовую гамму набрать и размножить ее. Она же что, хорошо? Как она? Поставили еще. Итак, как вы уже поняли, сегодня я ездила за кактусами и набрала себе вот таких красавчиков. Главный проверяющий уже носом зацепился за один кактус, радостный пошел, а сейчас обзорчик. Так, первое растение я определила как мамиллярия бомбицина. Такой вот. Это мамиллярия альбата. Вот такой у нее белый пушок, тут веночки. Я так думаю, наверное, это будут цветоносы там. Это какой-то, похоже, цериус. Не нашла я в интернете определения. Но колечко у него, конечно, классное. Следующая мамиллярия дискоколор, кажется, так определила я. Там тоже два маленьких бутончика есть внутри. Вот такие колючищи классные. Так, и купила маленькую замученную красулку синяя птица. Ну ничего, она отрастет и будет у меня красотка. Вот такие вот покупочки с новинками меня и с прекрасным настроением.